Старт еженедельным массовым зарядкам был дан в Чебоксарах в минувшую субботу. Одновременно на нескольких площадках физкульт-минутку проводили представители различных спортивных федераций республики. На разминку вышли все желающие приобщиться к активному и здоровому образу жизни. На зарядке побывала и наша съемочная группа. Зарядка. Зарядка проходила сразу на нескольких площадках города. На каждой из них собрались люди независимо от возраста и социального положения. И сотрудники учреждений, и работники предприятий, учащиеся, студенты и пенсионеры. Так, на площади республики можно было увидеть сотрудников различных министерств и администрации города во главе с Леонидом Черкесовым. Чебоксары стало доброй традицией проводить зарядки. И мы решили, что каждую неделю, каждую субботу в 10 утра в нескольких, во многих площадках города Чебоксары будем проводить зарядки. Во дворах, микрорайонах, площадях, где свободно могут заниматься, будем проводить. На утреннюю зарядку пришли баскетболисты чебоксарской команды «Ястребы», кикбоксеры и спортсменки по фитнес-аэробике. Именно они проводили зарядку. Мы живем в таком прекрасном городе. Я думаю, что если зарядка будет проходить каждую субботу, она будет объединять нашу молодежь, объединять людей. Будут приходить и люди пожилого возраста. Я в этом уверен. Зарядка, конечно же, нужна всем и всегда. Потому что это придает бодрость, зарядка – это спорт, это здоровый образ жизни. Поэтому всех призываем выходить каждую субботу к нам на площадь и повторять за нами движение. Теперь каждую субботу любой желающий может выйти и в отличной компании зарядиться энергией на весь день. А спортсмены республики в этом помогут. Узнать адреса ближайших площадок можно на сайте администрации города Чебоксары. Екатерина Абрамова, Николай Яковлев, Республика. Thank you.